Ты только посмотри, где мы. Вон река. Это что, устье? Первое серьезное препятствие – Аройо де Лиса. Быстрая река, впадающая в Мексиканский залив. Не думал, работа. Что она такая широкая. С виду русский. Но Гэри и Билл опытные люди. Они знают, нет, как английском. Устье рек. Есть две серьезные опасности. Там может быть глубоко, и тогда Руби утонет, или же течение утянет ее в море. Поток тут довольно быстрый. Да, для Руби тут слишком глубоко. Капот скроется под водой. Перебираться здесь. Другого выхода я не вижу. Только там. Русский. Прилив. Нет, английский. Ходить и так тяжело. А тут еще и прилив. Смотри. Возвращаемся. Билл, ты тоже видишь, что вода прибывает? Сейчас прилив. Надо что-то делать и быстро.